Відкрита трибуна. Які ініціативи на допомогу молоді України потрібно запровадити? Я считаю, обучение должно быть бесплатно, чтобы все слои населения могли обучиться. Не у всех родителей есть деньги, чтобы обучить ребенка. Есть очень детки, ну, талантливые, их надо поощрять. Ну, еще я считаю, что больше должно быть спортивных мероприятий, концертов, чтобы культуре приобщать, потому что у нас молодежь не читает книги. Все в компьютерах, компьютерах, компьютерах. Ну, я так полагаю, что надо придумывать всякие социальные программы и кредитовать из коммунального бюджета именно молодежный бизнес. Ну, например, построить кто-то хочет кафе, дать ему кредит с учетом, может, долевого участия даже города в этом строительстве или во владении этим объектом. Ну, всячески поощрять инициативу. Тогда он расскажет своим друзьям. Все будут не наркотой торговать, там, заниматься, колоться, а будут заниматься полезным, общественным для города делом. Также можно привлекать на всякие коммунальные договоры. Допустим, с кем-то заключить договор, что кто-то убирает улицу какую-то, или следит за деревьями, или цветочки поливает. Ну, миллион вариантов есть. Было бы желание. Я считаю, что нужно поощрять молодежь для того, чтобы наша страна развивалась более экономично. Нужно поощрять молодежь, строить больше спортивных площадок или же делать бесплатное обучение для студентов. Ну, во-первых, я в принципе за то, что вообще нужно поощрять. Это однозначно, потому что молодежь – это наше будущее. И если нам их упустить, то другие страны точно их поощрят, и они будут просто убегать в другие страны. Я очень ревную о том, чтобы молодежь оставалась и у нас в стране. Я верю, что есть будущее для нашей молодежи в нашей стране. А вот как поощрять, какими способами, какие-то, может, учебные заведения перетрансформировать, менять, я… Если честно, я даже не знаю, но очень бы хотелось, чтобы это было у нас в стране и в нашем городе в частности. Потому что молодежь – наше будущее, и поэтому надо всеми силами поддерживать их. Это улучшать здравоохранение, улучшать науку и улучшать обучение начальное. В общем, все. Со стороны властей, я думаю, что нужно привлекать как можно больше иностранных грантов, иностранных программ по обмену опытом, также возможность обучения за границей по обмену, строить спорткомплексы, либо реставрировать, либо вот давать возможность бесплатно заниматься. Также я считаю, что увеличивать количество стипендий, бюджетных мест в высших образовательных учреждениях. Відкрита трибуна.